А громче? Следующая ситуация. К вам подходят два мальчика 10-11 лет, которые спорят, есть ли на свете Бэтмен. Каждый приводит свои аргументы. Рассудите их, никого не обидев. Нет! Да ты его продавил! Он знаешь, такой... Не видел. Да конечно, у тебя зрение минус 9. Как же ты его видишь? В очках ходил. Смотри, есть там? Есть! Есть! Черный с ушами! Вообще! Нет! Да нет же! Пачку ульчиков посмотрел. Плачь! Нет! Вы о чем-то говорите, да? Да! Я ему говорю, что Бэтмен есть! Скажи же, есть! Конечно, есть Бэтмен! Вот подожди, Эльвир! Ты же взрослый человек! Как же? Как же есть Бэтмен? Это же все фильмы, сказки! Нет, нет! Какая фигня? Нет! Я вчера только что видел! Нет! Нету Бэтмена! А, пожалуйста, какие вы... Вчера иду, поздно ночью, уже проверяю, обхожу детей, летит черный плащ. Летит черный плащ, ага. Да ты на пятого этажа летела, Бэтмен. Слава, есть Бэтмен, есть. Я понял, я понял. Какая разница? Есть Бэтмен, нет Бэтмена. Я знаю точно, есть черный плащ. Обидно. Нету его, я тебе говорю. Нету. Да есть он, есть. Нету. И люди эти есть. Нету, я тебе говорю, что нету. Иди.